Українські новини на UN One. Лідер одной из крупнейших пророссийских группировок самообороны в Восточной Украине призвал женщин пополнить ряды ополченцев. По мнению обозревателей, это свидетельствует о том, что вооруженные сепаратисты пользуются слабой поддержкой. В своем видеообращении Игорь Стрелков, который руководит действиями ополченцев на Донбассе, признал, что мужчин им не хватает, приходится звать на помощь женщин. Если мужчины на это не способны, придется призвать женщин. С сегодняшнего дня я отдал приказ принимать их в ополчение. Очень жаль, что среди женщин совсем нет офицеров. Ни действующих, ни из запаса. Но какая разница, если мужчины-офицеры к нам не едут совсем? Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, уроженец Москвы, который работал на ФСБ. О нем хорошо знают в среде военно-исторических реконструкторов. В своем видеообращении Стрелков заявил, что в их добровольческом строе все больше мужчин далеко за 40. Напомним, ранее независимые журналисты сообщали о том, что в проведенном на Донбассе референдуме участвовало мало молодежи. По мнению обозревателей, просьба Стрелкова о помощи является свидетельством того, что движение ополчения в восточных областях Украины сдает позиции. Результаты соцопросов свидетельствуют о том, что сепаратисты и их планы включить Донецкий регион в состав России находят слабый отклик у украинцев. Подавляющее большинство жителей страны выступают за единство государства. 11 мая лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провели референдумы, которые Запад признал нелегитимными. Украинские власти назвали плебисцит фарсом. Даже Россия отказалась официально признать результаты референдума, согласно которым 89% голосовавших поддержали действия сепаратистов и выступили за государственную самостоятельность регионов.